Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию яркую красавицу, актрису Веру Сотникову и ее многочисленные романы, о которых, возможно, вы даже и не догадывались. Как она говорит, без любви жить нельзя. Харизматичная, яркая актриса Вера Сотникова. Она считалась одной из самых красивых актрис нашего кино 80-х и 90-х годов. У нее была и остается армия поклонников. Она покоряла сердца самых состоятельных и успешных мужчин. Сама себя актриса оценивает как сильную, страстную, но в то же время очень нежную натуру, объясняя свои частые влюбленности и романы сильным внутренним темпераментом, высокой сердечной амплитудой. Актриса никогда не скрывала свой возраст, и на сегодняшний день она выглядит потрясающе в свои 60 лет. Вера родилась 19 июля 1960 года в Сталинграде, сейчас это Волгоград, в обычной семье, никак не имеющей отношения к миру кино или к миру театра. Ее отец трудился металлургом, а мама была телефонисткой. Вера воспитывалась со старшей сестрой Галиной. В школе она хорошо училась, занималась самодеятельностью и разнообразных кружках, она многое успевала. После школы она переехала в Саратов поступать в театральное училище, которое к тому времени уже закончила ее сестра, но не поступила. Вернувшись домой, Вера стала готовиться к поступлению на филка в МГУ, но и здесь ее ждала неудача. Вера не привезла с собой необходимые медицинские документы, которые необходимы для поступления. Поезд домой отправлялся вечером, и это решило ее дальнейшую судьбу. Она решила попытать свое счастье в школе-студии МХАТ, которая в 1982 году успешно окончила. Дебют в кино состоялся сразу с главной роли в 1983 году в фильме «Признать виновным». Потом были роли не менее заметные и второго плана «Право на прошлое», «Государственная граница». Но успех к Вере пришел после выхода фильма «Гуга» в 1989 году. Далее были уже главные роли «Захочу, полюблю», «10 лет без права переписки». Вера говорит, что всегда отдает предпочтение историческим проектам. Также она была ведущей в шоу «Битва экстрасенсов», не бросая сотрудничество с разными театрами и параллельно снимаясь в кино. Она потрясающе передала образ Людмилы Зыкиной в среднем возрасте в одноименном сериале «Людмила». Также она сыграла главную роль в сериалах «Лучшие враги» и «Я больше не боюсь». Фильмография этой актрисы насчитывается около 60 киноработ. А вот личная жизнь Веры всегда была бурной и насыщенной, а ее любвеобильности слагали целые легенды и называли ее «Казановой в юбке». Вышла замуж актриса 18 лет за студента театрального училища, который подрабатывал дворником. У пары родился сын, которого назвали Ян, но муж не был готов к ответственности, и когда мальчику было всего лишь 8 месяцев, пара рассталась. Мама уговорила Веру взять малыша к себе, и другого выхода у 19-летней студентки на тот момент не было. Вера очень тяжело переживала расставание с маленьким сыном, и при первой же возможности она забрала его в Москву. После неудачного замужества у нее случались короткие романы, но очень страстным и мощным по силе чувств был роман с Андреем Соколовым, с которым она снималась в фильме «Охота на сутенера». Но актер был очень ревнивым. Чтобы избежать беды, паре пришлось расстаться. Позже у актрисы появился влиятельный поклонник, который был старше Веры на 16 лет. Это немецкий бизнесмен Эрнст Пиндор. Он красиво ухаживал и дарил дорогие подарки. И даже купил Вере квартиру в центре Москвы. Он очень хотел, чтобы Вера стала его женой. Но Вера не собиралась покидать родную страну, а быть в Германии домохозяйкой ей совершенно не хотелось. В актера Владислава Ветрова Вера влюбилась, когда он был партнером по спектаклю «Доктор Живаго». У него была семья в Ростове и подрастал сын.
Поселившись у возлюбленной, Ветров очень скучал по сыну. Вера, видя это, разорвала эти отношения. С певцом Владимиром Кузьминым актриса прожила 7 лет. В этих отношениях Вера была не только женой, но и костюмером, сценаристом клипов, первым слушателем его музыкальных сочинений. Но со временем певец стал воспринимать эту заботу и участие как должное. Был погружен только в свое творчество, совершенно перестав уделять внимание Вере. Это Веру не устраивало, и она разорвала эти отношения. Следующим возлюбленным актрисы стал бизнесмен Ренат Давлетьяров. Он осыпал ее дорогими подарками и не скупился на комплименты. Однако через время он стал прилюдно показывать свою власть над ней. Начали скандалы, и Веру это не устраивало. Через 2 года эта пара также рассталась. Молодой актер Дмитрий Малашенко стал новым избранником Веры. Он был моложе ее сына на 5 лет. Но через 2 года актриса рассталась и с ним, понимая, что рано или поздно молодой актер бросит ее сам. Также поговаривали о ее отношениях с молодым актером и певцом Алексеем Воробьевым. Алексей никак не признает этот факт, а вот Вера дала подтверждение, что роман короткий все же был. В жизни Веры Сотниковой было много счастливых встреч и тяжелых расставаний, но она ни о чем никогда не жалела. Единственное, что она хотела бы переписать в своей жизни, это частое расставание с единственным сыном. Сейчас у Веры есть не только сын, но и 2 любимых внука. Старшему внуку Максиму уже 11 лет, а младшему нет еще и года. Вера обожает своих мальчиков и до сих пор уверена, что без любви жить никак нельзя. Она говорит: любите и будьте любимы. Всем большое спасибо за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего и всего доброго. Как говорит Вера Сотникова, любите и будьте любимы, и будьте счастливы. До новых встреч, до новых роликов. Всем удачи и всем пока-пока.